турнире приняли участие более 70 спортсменов из городов Вологда, Тотьма, Кодла, Скоряжма, Сыктывкар, Вельск, Великий Устюг. Начальник правового управления администрации Великоустюгского района Юлия Шевцова поддержала участников, вручила командам и организаторам благодарственные письма главы Великоустюгского района и памятные подарки. Серьезная борьба шла в каждой весовой категории, в каждой возрастной группе за каждый килограмм на штанге. Упорство тяжелоатлетов, как опытных, так и начинающих, дало не только зрелищный спортивный праздник, но и новые личные рекорды. По итогам турнира первое место заняла команда фитнес-клуба «Актив Фитнес», второе место у команды клуба «Физика», третье место заняла сборная команда «Сила Севера».